Сегодня у нас 1 октября 2015 года. Работаем на костровом пруду. Промазываем лаги, которые уходят в землю. Потом к ним будут доски прибиваться. Отработкой промазываем. Это машинное масло уже отработанное. Доски, конечно, сырые еще. Сейчас арматуру готовят, чтобы крепить лаги. Это какие-то утрамбуют углы, чтобы они потом не осыпались. Будет твердое. Как-то надо их опустить вот в мазут неделю, чтобы они там плавали в горящем мазуте. А это для отростки. И мы ничего не можем сделать, надо бетонировать. А бетонировать, значит, ничего нет. Вообще ничего нет. Нету их. Ну здесь-то нету. Нету, да? Промазано. Нет. Резиновая площадка была именно. У нас не будет. До конца машка стоит. Но у меня они есть, но в лагере. В лагере, то пусть лежат свеженькие, новенькие. Конца нигде не оставляй. Из торца. Телефон! Телефон. Я не слышу. Самый мазанный в это время телефон. Говори. С миром? Хорошо, хорошо. Спаси Христос. Да. Виктор Андреевич позвонил. У Сергея Козлова болящего ночью был, наверное, инфаркт. Сердце болит. Молись сегодня. Господи Боже наш, слава тебе. Нам помогал. Пусти его до истинного крещения. Дай ему силы все перевести. Приготовь его к встрече с тобой. Проведи душу и поможешь. Слава тебе, левую руку надо. Еще две машины сегодня. Пошло в кустах буквально. Брошено. В
благослови, Господи. Показал уже. Вот это самое лучшее всяких антисептиков. Хотя есть микробы, которые живут в мире. Это, до порта далеко у нас? Где-то здесь должен быть. Еще вон вверху маленько. Ниша. Что? Вот еще. Выкопанная ниша. Это надо сразу было смотреть, когда ставили. Поднимает дамбочку. Сегодня у нас жаркий день.
Так. Ну тут вот то. Кирпичи надо там. Кирпичи можешь подложить. Под нее. Можешь кирпичи подложить? Ну подложи. Можно еще уж подложить. Это на новые когда будем. Тут уже ничего не подложишь. Давай. Как крепить их, когда мощный поток воды пойдет, чтобы не вымыло, не подняло. Дальше это заканчиваем. Пожи, не бей сюда. Вот смотрите, ясно дело, что у нас падает сюда. Вот этого не было. Лаги опять будут не на том уровне. Чего больше боялся? Она не здесь! Иначе, Иванович, она там должна быть. А? Это крайняя лага. Да разницы никакой нет, они одинаковые. Давайте оттуда. Они до миллиметра одинаковые. И ты сам впилил. Поднимите я торец тут. Вот. Там камушек, Сергей. Куда он сейчас лагу будет вторую ложить, там камушек лежит. Сейчас опять лага перекосится. Откуда они все их падают, камушки? Здесь сначала надо этот край. Ну давай. Тот, подними край. Да я вижу. Она у вас где? Кувалда где? Вот это вот забить в землю ее, вот в таком направлении забить на уровень лаги, а этот с этим направлением вот так. И когда они будут забиты, это мы так думали, тогда мы их свяжем между собой, лага будет держаться. Давай. Более легким. И когда она не пойдет, тогда этим нам в твердый грунт надо. Прикоснулся к топору рукой. Я нигде ничего не забыл.
забрать. Может, ты, Сергей, возьмешь? Да, руки чисто, Сережа. Ты все на меня смотришь, ты видишь? Да, какое. И ногой его придерживаешь. Вот она. Давай. Да не это. Стальная, которая... А, вон, вон она. Вон. Под шифером. А что там мешки находятся? Завязки. А зачем? Ну мы же сетку натягивали. Мы взяли побольше. А нож ваш где? Ножик здесь у меня. Никита, это, сделай мешок, чтобы кос солнца его не касалось. Туда дальше засунем. Ой-ой-ой. Внутри тогда еще у меня. Пальцы, там мне ничего не забраться теперь. Вам на глину или травой? Глиной больше это всего. Это мы первые, кажется, блин, комы. Так. Его до уровня лаги. До уровня лаги даже чуть-чуть. Где? Даже это, и то мы еще не знаем. Еще. Хорош. До уровня лаги дошло, нет? Снизу посмотри. А? А, снизу смотри. Ну, теперь ее перевязывать и проволокой. Что, дошло? Проволока, ее надо надрезать, а потом переломить. Вот она какая, вязальная. Давай, давай. Чтобы ее вода не подняла. Предполагается, что это... Так, там медная проволока. Подай-ка.
Получается грунт такой. Давай-ка. Знаете, я вопрос вот этот задавал. Как лучше сделать? Два топора. Молотка-то нету. Есть. Молоток. Молоток есть, но он не, но не широкий. Да. Вот этот батюшка дал. Видно. У меня в машине топорик есть маленький. А перчатки я тебе дал? Не, резина. Резина. Грунт метр загнать, это держать будет, ясно. Вода, воды тут такого напора не будет. Да, Тик, нужно сетку это снять. Сетку снимать, она сетку взяла. Жерсть, я ее принес. Сидеть проще всего, ничего не делая. Повторяем, 21 тысяча селений уничтожено, полностью разрушено. Ну почему? Сказать то, чтобы туда не давали, там купятся, туда комиссии были. Но везде у Бога добрые люди. За нас в первую очередь заступался губернатор, мэр города, прокурор края. А ему подчиненные местные приезжают, тут вредят. Они начинают как-то разводить. Бога много людей добрых-то. Не надо говорить, вот он такой, и на этом остановился. Он такой, а рядом может быть другой. Кто знал, где-то какой Нейман. Ну, вот он пришел, пророк Илья, уничтожил уже там. 2,50. А рядом-то стоит пророк Божий, никто его не знал. А он кормил детей Божьих. Только последний вот там забил. Ну забей раз забил, убей. Только один посередке надо было забить. По краям один и один посередке. Да, да, да. Арматура горящих катана периодического профиля. Сюда забивать? Нет, посередине, посередине. Точно так же. Посередине лайк, еще непонятно. Вот она какая у нас арматура. Это горящая катана периодического профиля. Видишь, Никита, что делает? Никита уже, говорится, сдвиги. Сегодня вот доску таскать он никогда не таскал. Он схватил за другой конец ее. Она развернута, он не знает как. Ну и что? Не знает, будет знать. Загнулась, а теперь что делать с ней?
сам будешь привязывать. Теперь притягивать по волку. Вот так. Вот она. На доске. Ага. Вот это медная проволока. В ней вода наперла, и дом тут не упал. На камне основанный. Надо понимать, это на камне. То есть основательно сделанный. Можно вот так понять. Вот теперь мы смотрим, что ими будем натягивать. Так, Серёжка. Забивай. Потяжелее надо. Сейчас ты здесь завязывать будешь. А, завязывай. Перед вас у тебя руки-то грязные будут. Один буду пачкать. Привет. Он нам не нужен здесь. А по второй-то где? Вот он где. Что, туда забивать теперь, в первую? Никуда больше не надо. Надо. Все на этом. Вот теперь можно было бы крючком-то ее закрутить. Вот тут поменьше, она ломается. Вязальная проволока. Все. Это лагерь. Дальше кладем. Вот она где пойдет. Так, это, с той стороны забери, привези нас. Дальше ее протолкни. Давай. Она на кирпичах висит. Будет. Вот это лежит, которая. Давай, пятерка. Ее база, что будем? Вот теперь клади эту вторую доску. Пожалуйста, бери. Когда доски будут промазаны, будем прибивать на эту сторону. Давай. Вот сегодня мы привезли 5 кубометров староковка. Это высший сорт считается. И 1 кубометр пятерка. 5. Пятерка — это 5 сантиметров толщина, как брусок. Так, там еще одна доска, Никита. Быстро принеси ее. Вот. Сейчас все сразу промазаны.
кусок, положи его. Вон он лежит. Потому что мы не знаем, когда у нас сразу на другой круг надо идти. Основание сделать. Сейчас надо будет, когда прибьем здесь и здесь, тогда будем заяться здесь. Давай. Это вот столько работы, которая за кадром. А человек подойдет, а еще они тут сделают. Сейчас сеткой там овцы пролазили вчера. Сегодня долго искали по огородам, ходили, где заброшены, что нашли рапицу, сетку. Благословляй. Вот береги только это раствор, потихоньку, чтобы хватило. Ну и что? Теперь смотрим, что будет. Я понял, что рукавичка-то ничего не дает. Я ее только испортил. Полностью испортил. Внутри ее уже не выстирать. Может быть, выстирать. Стирается. Ну а что толку-то, если она прошла? Значит, надо резиновые перчатки поискать, тяжелые, диэлектрические называются. И ими брать, переворачивать и проще. Так, теперь там надо привязать и прибить вот этот, который я дал. Жоржичку. Вот эту, да. На это место. А чтобы хватило это место, вот тут закопай. Вот эту закопай вот сюда, посередке-то. На них тебе хватит. А другой вот прибьешь, вот эту закопай. У него там работа стала. Так, отодвигай эту сторону дальше. Видишь, что это делали работы, не нужно. Сетку-то оттащи, Никита. Сегодня вот тут сетку затянуть. Все время не Ну можешь выкопать здесь, поставить, чтобы не помешает. Вот так, и выкопай. Чуть-чуть. Помашем его так.
подожди, я его поставлю и прыгну. Ладно, потом вытащим. Надо прибивать с той стороны, придерживаться. Стоп, свернулись с места. Гвоздь не забыть, потом вытащим надо. Ну и все, никакой сетки больше не надо. Овечки полезут. Ну что, включить их можно. Включи-ка. Игнат Иванович, а чего вы дальше не продвинете? А? Тут основная же дыра, туда, сюда бы лучше продвинуть-то. Хорошо, слушаюсь. Слушаюсь и повинуюсь. Говорю, я подсказал, слушал. Там вниз опусти, да. Что-то я понял. Вот так, пониже опусти. Гробом вниз, да. Больше ничего не надо ничего. Ну вытащи, вы выбросил тут же. Ну вот теперь мы закрыли. Овечки сюда лезли. А когда мы сейчас доску-то поставим, да сетку натянем, то их тут делать нечего. Я сейчас даже не знаю, чем помочь. Надо переворачивать сейчас. Ничего не сделаешь, только
туда подвинуть надо. Или сюда одну, или туда. Давай, переворачивай. Вот эта доска у тебя еще так далеко ушла. Сережа, поскорее доску сравняй. Она кривая. Она короче? Ну все, давай, Маша, скорее. Они такие есть. Все. Ну вот такая работа. Не, у меня зуб по длине. Так долго показывают, чтобы люди увидели. В этом проходит жизнь. Помолились, опять дальше. Никита куда-то ушел, нет? Давайте помолимся, поблагодарим Бога. Господи Боже наш, ты единый великий. Благослови наш труд во славу имени Твоего Сына. Посети болящего Сергея, покинутых одиноких, попавших в плен. Умудри, Господи, правителей наших, дабы несли всюду мир, а не войну. Даруй мир Израилю, России и Украине, и всюду, где идет война. Приготовь детей Твоих встречи с Тобою. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Богу слава. Продолжай дальше. Сейчас мы, если это прибьем по одной доске дальше, по ним легко натягиваем сетку. Сетку-то натянем, значит, ну, ясно дело, что овечка уже не должна сюда залазить. Ну, а с той стороны уже, я не знаю. Давай, Сережа, поскорее тут. Интересно, а бывает свободный или нет? Я сейчас пойду мыть, я знаю, что надо брать билет себе же, мочить их. Такая татарня, татарское мыло называется, красный цветок в лагах. Такая пена из него идет. Ну вот и все. Такие руки-то не отмоешь в городе. Я подожди маленько. Еще надо потереть. О. Ой, кто посмотрит, скажет, не гигиенично. Согласен. А то меня батюшки трепят, вы каяться не умеете. Откуда они знают, как я умею каяться? Вообще непонятно. Если я буду каяться, батюшки, и вы со мной так же, вас завтра на службе не будет. Когда Бог посещает, у меня линолеум размокает под ногами. Так могу сказать. Я у Бога выпросил дар слезной молитвы. Павел говорит, со слезами денешь. Я говорю, и сразу за это уцепятся вот так вот священники. Почему? Они неприкасаемые. Павел не боялся об этом говорить. И спрашивает, а миряне могут молиться за священников? Не могут, а должны. Написанный по ходатайству многих, Павел говорит, я возвращен был вам по ходатайству. А ходатайство это молитва. То есть, Господи, помоги, апостол Павел Вузов, спаси его, освободи его. Нам плохо без него. Ну, простыми словами. Открывайте свои желания перед Богом. Незаученная тарабарщина. Господи, помилуй 40 раз. Я считаю, это насмешка над Богом. Богу достаточно сказать 2 раза, 1 раз. Даже 3 раза, и то нет. Давид говорит, Господи мой, Господи, 2 раза. А тут Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Трещат, как Григорий Чудотворец говорил, как сороки, как галки. Но не молятся. Монахи за весь мир молятся, а я за Воробьев молюсь, что ли? Я молюсь за весь мир, за Обаму, за Путина, за Порошенко, за всех молимся мы. Нет, они ничего не делают, это неправда. Монахи это труженики, но не благовестники. Не благовестники. Вот о чем речь идет. Я думаю, наши братья вот это, они все готовы.
работе ничего не умеет делать, Никита, сразу куда в священники. Это означает отношение к священству самое презренное. Как Никита вот не знает, его ни один прораб не примет, кроме подсобной работы. Отнести, принести, и то следить надо. А тут знать не знает, только увидал. Ой, в семинаре недобор, это надо, это говорит, что человек неверующий совершенно, поп-то, совершенно никакой веры нет. Ты прочитай 6 слов, и это златоустное священство. Как некоторые смеют приступать к великим совершенным таинствам священства? Если себе по-мирски, прочитай. От этого дара убегали люди. Господи, помилуй, спаси нас, тебя слава за все. Сегодня у нас 1 октября. А то одна минута. Куда они пойдут, меня интересует? 2015 года. Вот мы сейчас тут на Костровом пруду трудимся с братьями Игнатьевичем. Коровы идут. Время уже вечер. Это не пришли на водопой. Сейчас... Овечки-то смотри. Какая раз. Они-то направились сюда, все. А дальше-то нету. Овечки столкнулись. Посуд Устиновы. Анфиса и Исаак. Жан, стоят так, как он как... Я так и знал, что они так пролезут. А нечем? Было бы чем. Жажда сильнее страха. Новички обходят. Не пролезли, конечно. Они наши все кочки уронили. Все, что мы с тобой ложим. Ну это для них что это? Мелочь. Надо серьезно там все закладывать. Ставились. Вещики наши. Проходите, проходите. Там и только не шугайте сильно, пускай пьют. Интересная точка, солнце заслонило, красота какая. Как у Веры Кушнир есть такое стихотворение, пишутся прекрасные пейзажи вечного художника рукой. Пусть никто о Боге мне не скажет, скажет ивы ночью над рекой.